Белым акрилом на черных холстах Полина изображает как существующих, так и вымышленных зверей. В мистических образах и безумных взглядах находят выражение размышления автора о добре и зле. Проглядываются какие-то различные эмоции. У всех животных, скажем так, сделан акцент на взгляде. То есть, ну, глядя на кого-то определенного образа, мы видим где-то грусть, где-то радость, может быть, где-то зависть, жадность и так далее. То есть, ну, вот так вышла вся серия картин. Черно-белые картины содержат отсылки и аллюзии. Последняя работа в коллекции, которую художник создала буквально накануне открытия выставки, явно намекает на знаменитую фреску Микеланджело «Сотворение Адама». Самый первый холст, с которого начинается вернисаж, тоже скрывает свою тайну. Он как белый кролик, который пригласил Алису в свою страну чудес. И Полина поддалась этому ощущению, не побоялась, нырнула в эту нору, и видим, что получилась прекрасная серия работ. Подобные экспозиции в вестибюле камерного театра проводятся регулярно. При выборе очередного автора выставки предпочтение отдается малоизвестным талантам. Именно эта выставка интересна тем, что это выставка молодой художницы, которая экспонируется не очень часто в Челябинске, поэтому как только работы были увидены, то сразу мы договорились о том, что выставка должна показаться в камерном. Темная эстетика мистического анимализма открыта для посетителей камерного театра до 20 февраля. Наталья Шмухаметова, Владислав Шишмаренков, Урал-1.